А, люблю детей. Особенно, если они колонии. Я просто люблю детей. Ненавижу детей, но за своих порву. В смысле? У меня есть дети? Ха-ха-ха, продам детей. Да что ты все время что-то дососешь? Совсем педик, что ли? Выкинь это нахуй. Какого черта? Пришло время открыть тебе правду. Мам, я гей, у меня есть парень. Я думаю, что ты перестанешь меня любить. Я буду в любом случае тебя любить. Приходи скорее домой и парня своего зови. Знакомиться будем. Кто звонил? Сын звонил. Но у тебя же нет сына. Вот и я думаю, кому же я такой праздник устроила? Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й фронт США будет немедленно переброшен к берегам Беларуси. Ну... Удачи. О май гад, мне кажется, в моем доме кто-то есть. Я должен позвонить 911. Курва. Да кто там шароебится, сука, в 3 часа ночи, блядь? Сейчас как встану, ебу. Один бутерброд спустя. Доброй ночи, сынок. Сидите дома, черт побери! Обойдетесь без церкви и шашлыков. Да начнутся голодные игры! Игнорируй проблему, и она сама уйдет. Надо будет после этого хаоса поменять президента. А я просто замурвал подъезд, где был зараженный. Черт, Казахстан, это даже для нас жестко. Ох, ребята, вы же братья, вы должны ладить немного лучше. Не подходь, уебу, слышь? Больше. Ебошь, ебошь, ебошь! Ебанитый, суки!